Здравствуйте, студенты! Сегодня особенный день. Я хочу представить вам нового студента. Это Владимир. Владимир из России. Светлана, Саша, я хочу, чтобы вы показали университет Владимиру. Хорошо? Да, хорошо. Привет, Владимир. Как дела? Хорошо. Меня зовут Светлана, и я учусь, и я работаю здесь, в университете Кентукки. Я работаю в библиотеке. И это мой друг Саша. Здравствуйте! Он тоже учится здесь. Владимир, ты хочешь, чтобы мы рассказали об университете? Университет Кентукки, который находится в Лексингтоне. Университет был основан в 1865 году и является одним из самых больших университетов в штате. Университету 151 год. В прошлом году был юбилей. Интересно, да? Есть библиотеки, спортзалы и много-много кафе. У нас на факультете очень-очень хорошо. И около 30 тысяч студентов учатся здесь. Там не нужно сдавать вступительные экзамены, но ты должна сдавать SAT или ACT. Зависит от кафедры университета. Я выбрал университет Кентукки, потому что это хороший университет с хорошим студентами, и у нас есть лучшие профессора. Учебный год начался 3 недели назад. Он обычно начинается в августе и не в День знаний, как в России. Он закончится в следующем году, в мае, потому что 2 семестра в учебном году. Когда у студентов есть свободное время, они обычно занимаются спортом или хотят русский клуб и тоже делают домашние задания. Учебный год начался
обучение стоит около 25 долларов. Но много, но есть много стипендий. В университете есть 16 колледжей, аспирантура, 8 при программе бакалавриата, а также много других программ. Есть история, математика, футология и, самое главное, русский язык. Моя специальность – это филология и русский язык. Спетина специальность – история. Мы так рады, что вам нравится наш университет. Надеемся, что вы будете учиться наш университет здесь с нами. Приезжайте учиться в университет Кентукки. Хорошо. Мне нравится этот университет. Может быть, я приеду сюда учиться. А сейчас до свидания. Пока. Пока. Achtung, Achtung! Hier spricht Svetlana. Ich habe DJ viel Wodka gegeben und Musik ist nun unter meiner Kontrolle. Ich will heute mit allen Party machen. So put your hands up for Kalinka! Kalinka!